Так, перед нами обувь Тессора. Делал на нее обзор, наверное, проносил месяца три зимних. Три, три с половиной. И посмотрите, что произошло. Вот здесь язычок у замка оторвался. Это свидетельство о том, что не очень использована качественная фурнитура. И в определенной степени на недостаток. Я не помню, что у меня на ботинках так отлетали. Сломался он в этой части. Начал застегивать, смотрю, в руках. И все. Тут цело. Вот такого вида он был. И с этой стороны аналогично, все цело. Так что такой нюанс, имейте в виду, кто будет покупать данную марку, она стоит не очень дорого, что может быть такой сюрприз. У меня где-то на куртке было тоже одной такая же ситуация, и сказал там в мастерской, что это признак очень некачественной фурнитуры, когда используются следующие замки, замки молнии. Значит, производитель, изготовитель хочет сэкономить.